мой, получите настоящего дракона края. Так и смотрите за моим дракончиком. Все, что у меня есть. О, господи, Бобби, посмотрите, это же яйцо Эндердрак. Че творим, бро? Меня зовут царь Геонис. И просто сразу же приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супримбанду. Ведь вперед время супримбанда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как пишу про тебе, если нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть самой сильной бадди на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И супримбанда, вы не поверите, но сегодня реально жесткие видео. Потому что сегодня мы покупаем нового монстра с Даркнета. Уже ранее, банда, мы покупали Эндермена с Даркнета. Это была настоящая жесть. Потому что этот монстр каким-то образом оказался у меня дома. Он просто пытался оторвать мне голову. Хорошо, что Настя была рядом, она его ударила, он куда-то телепортировался. После этого мы больше его не видели. Но, банда, в том видео я пообещал, что куплю нового монстра с Даркнета. Вы все очень сильно хотели, чтобы я купил Эндер Дракона. И на поэтому сегодня я это сделаю, я куплю этого монстра. Я без понятия, что это будет, банда, ведь дракон огромный, как его мне доставить и как он вообще будет выглядеть в реальной жизни. Мне очень это интересно увидеть. А тем временем, брат, давайте на это видео наберем 10 лайков. И тогда, банда, я куплю либо Херобрина, либо Иисушителя. Все в ваших руках. Так что будет допускать, я жми лайк и пиши в комментариях, кого мне купить дальше. А также, брат, подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. Ведь в своих Насти инстаграмах мы общаемся вместе с вами, банда. Ты можешь просто подписаться на нас и написать нам что-то в директ, и мы тебе ответим. Именно поэтому будете ссылки в описании. А мы тем временем отправляемся в Даркнет. Погнали! Так, и супримбанда, надеюсь, мы готовы, потому что мы уже входим в Даркнет. Я, если честно, очень сильно переживаю, потому что в прошлый раз я реально чуть ли не погиб. Что будет сегодня, я просто без понятия, ведь дракон несколько раз опаснее, чем Эндермен. Тем не менее, бро, вот этот сайт в Даркнете. Он называется Майнкрафт реальной жизни. В прошлый раз мы уже с ним познакомились, и посмотрите, на Эндермене написано, что он уже продан. Если что, это мы его купили в прошлый раз. Получается, что у каждого монстра существует всего лишь одна версия. Так что мы купили ту самую единственную версию Эндермена. Сегодня же, банда, мы покупаем дракона края. И он стоит целых $1500. Это жесть как много, банда. Окей, посмотрите на Иисушитель, это просто жесть. Он стоит $100,000. Я в жизни его никогда не куплю. Но все в ваших руках, это реально огромная сумма. Придется, наверное, даже брать кредит. Тем не менее, про сегодня мы пришли за Эндер драконами, но поэтому переходим к нему. Окей, банда, вот так выглядит страница дракона края. И посмотрите на фотографию, увидите это. Там какой-то череп какого-то дракона. Он очень сильно похож на того самого дракона края. Что если его убили, нам дадут яйцо? О, господи, окей, банда, не будем загадывать наперед. Пока что надеемся, что нам доставят реального дракона. Итак, его цена $2000. Погодите, но главное же он стоил 1500. Как он здесь стоит 2000? Вот так, в общем-то, и работает Даркнет. На одной странице пишут одну цену, на другую же другую. Тем не менее, про мы сегодня его реально купим. $2000, это просто жесть. Итак, банда, описание этого дракона. Вы получите настоящего дракона края. Будьте с ним ласковым, он любит тепло. Старайтесь согреть его. Этот дракон принесет вам только радость, покажите ему сразу, кто его хозяин. Иначе 3. То есть здесь просто ничего не дописано. Это же супримбанда, тем не менее, я готов. Я прям сейчас нажимаю на кнопку купить и покупать этого дракона. Я очень надеюсь, что все будет нормально. Я очень надеюсь, что вы наберете 10000 лайков. Окей, банда, покупаем. Окей, супримбанда, мы, кажется, реально купили этого дракона. И после того, как я внес оплату на этом сайте, мне сказали ожидать звонка. То есть, по идее, мне кто-то должен позвонить на мой номер телефона. Я просто сейчас в шоке, потому что раньше такого никогда не было. Нам только скидывали смс-ки в Телеграме. Теперь же нам кто-то должен позвонить и что-то сказать. Тем не менее, прощу. О, вот, посмотрите, какой-то звонок. Номер 034-0034. Здесь только 3 цифры, все. Окей, бот, возьмем трубку. Это добрый день. Пожалуйста, присмотрите за моим дракончиком. Он все, что у меня есть. Если он умрет, я не переживу этого. Он любит тепло. Согрейте его любовью. Банда, вы это слышали? Это просто жесть! Там позвонила какая-то бабушка, в крайнем случае по голосу было слышно, что это бабушка. И она почему-то в конце начала плакать, и еще в конце она сказала «Отпустите!» Неужели ее кто-то держит в заложниках? Это просто жесть, банда, тем не менее мы ждем, что будет дальше. Теперь же, по идее, мне должны прислать этого дракона. Господи, я очень волнуюсь, у меня прям мурашки по коже. Тем не менее, прощем, что будет дальше. Господи, банда, мне только что кто-то позвонил в дверь один раз. В такое время мне только могли доставить этого Эндер-дракона. Я очень надеюсь, что это он, потому что на улице уже почти рассвет. А днем, как мы знаем, с Даркнета ничего не доставляют. Тем не менее, бро, нужно быть максимально тихим. Пойдемте посмотрим, что там.
там я очень волнуюсь, чёрт, что стрела на этот дракон. О, господи, я никого там не вижу, там никого нету. Окей, банда, фок, давайте откроем дверь. Фух, банда, я очень волнуюсь, чёрт. Эй? О, господи, банда, посмотрите, здесь какая-то коробка. Чёрт, Настя, подержи. Честно, не знаю, что там. Неужели там какой-то дракон? Черт, это вообще не похоже на дракона. Окей, я думаю, нужно уже поскорее открыть, посмотреть, что там. Неужели там реальный дракон? Он же там сейчас задыхнется. Скорее, Настя, это жесть, нужно его быстрее открыть. Черт, я очень боюсь, я не могу так просто. Что если там реально живой дракон? Он же просто меня убьет. Окей, бро, давайте скорее его уже откроем. Черт, это просто жесть. Неужели нас в Даркнете снова не кинули? Нам реально отправили какого-то эндер-дракона. Окей, банда, я открыл эту коробку. Сейчас мы вместе с вами увидим, что же в ней внутри. Господи, я очень волнуюсь. Что это, Настя? О, господи, банда, посмотрите, это же яйцо эндер-дракона. Чёрт, оно реально, это жесть. Нас реально не кинули в Даркнете. Оно такое необычное. Все такое черное в фиолетовых пятнах, это жесть. Это реально яйцо эндер-дракона, еще оно очень сильно блестит. Господи, Суприм Банда, я просто не верю своим глазам, это такая жесть. Нам реально прислали фактически дракона края. Потому что, по идее, с этого яйца реально должен вылупиться эндер-дракон. Господи, банда, просто посмотрели на него сблизи, это жесть. Оно полностью черное в фиолетовых точках. А еще оно блестит, это так жутко выглядит. Мы реально купили эндер-дракона с Даркнета. Это просто такая жесть, банда. Я очень надеюсь, что у нас получится, чтобы оно вылупилось. После чего мы увидим настоящего дракона. Просто посмотрите на него, это такая жесть. Господи, оно такое мягкое. Оно совсем не похоже на наши яйца, которые в нашем мире. Окей, Суприм Банда, тем не менее, я не знаю, что с этим делать дальше. Теперь же, банда, нам остается только ждать, когда вылупится этот эндер-дракон. Я предлагаю сейчас присоединить это яйцо, проверить, в нем что-то есть. Я очень надеюсь, что в нем уже есть живой организм. Итак, банда, давайте попробуем вытащить это яйцо с этой коробки. Господи, какое оно тяжелое, это просто жесть. Оно реально такое большое, такое тяжелое. Как будто там реально живет какой-то организм. Тем не менее, про сейчас я буду просветливать это яйцо. Я очень надеюсь, что мы что-то увидим. Окей, Настя, выключай свет. Я с помощью фонарика это все сделаю. Господи, Супер Банда, с помощью этого маленького фонарика я попробую просветить это яйцо. Ну как, Настя, что-то видно? Нет, не видно. Вообще ничего? Вообще. Это очень странно, банда, потому что обычно, когда мы просветим яйцо, мы по-любому должны увидеть что-то в нем. Наверное, это из-за того, что оно полностью черное. Тем не менее, бро, я очень надеюсь, что там все-таки есть этот дракон. Потому что если там нет никакого зародка, то нам просто так прислали это яйцо. То есть это фейк, банда. Окей, тем не менее, давайте это уберем и положим яйцо просто на стол. Я очень волнуюсь, черт. Господи, банда, мне просто в это не верится. Это реально яйцо эндер-дракона. Просто посмотрите на него, какое же оно огромное. Ты видел это, Настя? Да. Оно только что двигалось, черт, я только что сам это видел. Это просто жесть, неужели там все-таки есть кто-то? Господи, что ты видишь это? Да. Это просто жесть, неужели в этом яйце есть реальный зародок дракона? То есть, банда, по идее, мы можем спокойно выслеживать это яйцо, и из него потом вылупится настоящий дракон. Потому что, как мы видим, там все-таки есть что-то живое, оно двигается. Это такая жесть, банда, я просто не могу в это поверить. Окей, банда, это все, конечно, хорошо, но я просто без понятия, как выслеживать это яйцо. Оно огромное и совсем необычное, это настоящий центр дракона. В интернете даже нету никакой информации. Есть только инфа о куриных, гусиных и страусиных яйцах. Эндер драконичьих яйцах вообще ничего нету. Тем не менее, брат, я не знаю, как в Майнкрафте высиживать эти яйца. Может, же в Майнкрафте нужно скачивать какие-то дополнительные моды. В обычном же Майнкрафте такого нету. Мы на эту банду, я просто не знаю, что делать. Но я очень сильно хочу, чтобы у меня вылупился настоящий эндер дракон. Только представьте это. Это будет реально жесть. Окей, Суприм Банда, тем не менее, не знаю, что делать. Эй, что происходит, Настя? Господи, что с светом? Это жесть. Что это такое? Настя, неужели это связано с яйцом? Черт! О, господи, Настя, посмотри! Оно просто двигается, ты видишь это, да. Черт! О, господи, сейчас упадет, это жесть! Я просто это не верю, банда, вы видите это, что происходит, Настя? О, господи, Настя, посмотри, оно сейчас упадет, ты видишь? Да, вижу! О, господи, Суприм Банда, в этой веке это просто жесть! Господи, о, черт, прислушать там есть звук! Господи, банда, вы это слышите, это дракон, черт! Господи, Суприм, о, черт, никто звонит, Настя! Это опять этот номер, ты видишь это? Ну, знаю, что он хочет. Алло? Это же было в прошлый все раз, банда! Не переживай этого! Неужели это запись вы это слышите? Согрейте его любовью! Согрейте его любовью, что? Погодите, кажется, понял, черт! Согрейте его теплом, значит, ему холодно, именно поэтому он трясется. Мы должны найти очень много полотенца, чтобы обмотать его и согреть. Тогда ему будет проще. Именно из-за того, что ему холодно, но все трясется. Это просто жесть, банда, окей, Настя, скорее идем. Нужно найти как можно больше полотенцев. Господи, банда, так вот почему просидела вся эта мистика. Все из-за того, что этому эндер-дракону, который яйце было холодно. Именно поэтому мигал свет. Окей, банда, где-то здесь было полотенце. Черт! Получается, банда, что если эндер-дракону будет очень холодно, может замерзнуть, вообще не вылупится. Окей, банда, где-то здесь были. О, черт.
черт, здесь так много полотенцев, это жесть. Я заберу их все. Я очень хочу, чтобы у нас получилось, чтобы вылупился Эндер Дракон. Черт, это такая жесть, банда. Окей, скорее, Настя, черт, нужно с тобой успеть. О, господи, Суприм Банда, вы это видите? Оно просто росло, то есть дракон уже вылупился. Это просто жесть, просто посмотрите на это, господи. Окей, банда, он бежал куда-то сюда. О, господи, Суприм Банда, посмотрите на это же дракон, вы это видите? Он реально вылупился, банда, это просто жесть. О, господи, Суприм Банда, это просто жесть. Мне все еще это не верится, он из реально вылупился, дракон из яйца, Настя. Это такая жесть, банда. Окей, ну нужно скорее отсюда убегать, а то дракон может вернуться. Бандит, помни одно, оставайся с тобой шикарным. Пока.